Мальчик с гитарой. Жил-был мальчик с гитарой. И пошел он в лес. Видит, в лесу стоит какой-то, такая гора. В лесу стоит. Он залез на эту гору. У него с собой была веревка. Он спустился на веревке с горы. И вот. А когда он спустился на веревке с горы, увидел маленькую кошку. Но она хвостом не пускала ее, этого мальчика, в то место, в которое он хотел пойти. И там было очень красиво. Но он вырвался и пошел дальше. Но вдруг он увидел какого-то великана, и он чуть на него не упал, потому что он был вообще такой огромный. И мальчик его зря чуть-чуть обошел, а он сразу за ним. И вот. И мальчик сказал: зря я не послушался кошку. Надо было туда не идти. И пошел прочь великана. Великан ушел вдаль. Мальчик пошел вперед. Идет. Видит дом. В доме написан, в доме стоит камень. Большой такой, и на нем написано: кто пойдет прямо, тот будет съеден. Кто пойдет направо, тот будет целый невредим. Кто пойдет налево, то конь его будет мертв. Он прочитал и пошел направо. Идет, ничего не происходит. Пришел и видит, стоит еще один камень, но на нем уже ничего не было написано. Ему показалось, что что-то там тоже было написано, но и правда там что-то было написано, и меньше буквами, и невидимыми буквами, но он такими буквами не читал. И поэтому пошел дальше. Но на этот раз он свернул прямо. Никуда не свернул. И не пошел прямо. А прямо оказался дом. И дом был какой-то такой плывущий. Он подумал: облако, что ли? Или не облако. Прошел прочь дома, а дом за ним. Дом пошел и шел, и сломал даже весь лес. А это был на самом деле не дом, а большущее облако. Пошел дальше. Мальчик видит, стоит огромный тапочек. Тапочек этот был огромнее моего. И не такой уж синий. А еще на нем были нарисованы пальмы, как у меня, и кружочки. И вот. Этот огромный тапочек чуть не растоптал мальчик. И огромный тапочек пошел дальше. А мальчик почему-то двигался назад. А теперь мальчик пошел вперед, а тапочек назад.
Мальчик так и стал идти. Шел. 3 года уже прошло. Вот. Ты помнишь название-то? Мальчик без гитары. А тут ты, по-моему, уже отвлеклась. От гитары? Ну, ты сказала, мальчик без гитары. Так называется твоя история, нет? С гитарой. А, с гитарой, тем более. А, ну вот, точно. Ты не напомнила. И вот, он наиграл на гитаре мелодию. И ему показался свой родной дом. И он зашел туда. И все. Ну, скажи, что это была за история? Опять ты тут все время забываешь. Мальчик с гитарой. И кто сочинил? Алиса Косоговская. Это была импровизация. Да? На ходу? Угу. Ну, хорошо. Спасибо.